Итак, добрый день, уважаемые дамы и господа! Сегодня, в такой прекрасный день, мы все собрались здесь, в этом прекрасном и уютном зале ресторана «Горек», для того, чтобы отметить наступающий новый 2024 год! Всех вас с наступающим Новым годом! И, конечно же, в преддверии этого прекрасного праздника хотелось бы начать наш праздник с прекрасных моментов. И, конечно же, для того, чтобы сегодня начать этот наш прекрасный новогодний праздник, мы приглашаем в зал устроителей этого праздника. И, конечно же, давайте поаплодируем в первую очередь организаторам Вячеслав и Алла под ваши бурные аплодисменты! Скажите, будьте благословенны в новом году.
и у вас будет хорошее настроение, и все, кто это говорит. Будьте благословены всегда, везде, во всем, дорогие друзья. С наступающим Новым годом! А сейчас, дорогие друзья, всем приятного аппетита. И давайте будем все вместе активными, веселыми и задорными. Ура! Ура! Приятного аппетита! Ура! Так, пожалуй, начнем снимать с этого стола. Самый дисциплинированный стол. Остальные столы по пол стола сидят. Вот посмотрите сегодня, какой красивый стол. Организаторы постарались. Я вижу здесь и фрукты. Спиртного нет, да? Значит, ну... Да? Это. Есть спиртное? В этом. Хорошо, приготовили. Видите, мне подсказывали. Я человек не пьющий, поэтому не знаю. Оказывается, тут вон. Вот, пальцем показывает. Спиртное. Смотрите, первый раз вижу такое спиртное. Вижу, что здесь и здесь то почти укомплектовал. Нескольких человек не хватает. Да. Всех наступающим. Я вижу здесь цветную бутылку. Это вино или коньяк? Вино. А? Не понимаю такие вещи. Здравствуйте. Давненько не видно было. Алла, идем. Потом Аллы. Это Луиза? Все фото у Славы и у Аллы. Да, здравствуйте, товарищи. Я вижу, самый большой стол укомплектовался наконец. Как вы ее это сюда? Давайте вот так вот.
Не получилось? Это Агнесия, пожалуйста, соберите, нам надо начинать. Смотрим все. Вот и этот стол укомплектовался. А вот здесь вот кто это, да, сказали нам. Вино уже есть. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Вот и этот стол укомплектовался. Здесь сидят мои самые любимые подруги. Мне однажды летом искусен новый год. Под зеленым краном с непуточком идем. Голова заражается. Бедный художник стоит.
сегодня, а на наш бал приехали... Для наших уважаемых, вот таких вот прекрасных артистов сегодняшних, есть новогодний подарок. Подарок для вас, пожалуйста. Ура! Это вам. Спасибо огромное. Достойна ты любых красот.
гору, и любую гематору. Я лечу, край веселей. Я тебя, все звезды неба, острова и вольный ветер, все тебе. Только ваши ручки, выше! Нет, из белых роз. Отлично! Любовь здесь, в каждом лепестке. Нет, из белых роз. Какая нежная тебе. Букет из белых роз. Достойна ты любых красот. Кто любит, тот меня поймет. Поймет. Еще. Muy duro son de salario.
нельзя нам скрыться от бурных гроз, нельзя нам скрыться от зимних дню и от разлук, от горьких разлук. Но в облике, не в прошлом веке, есть мир в дождях и солнечный свет, есть дом родной и тепло огня, и у меня есть и у меня все, что в жизни есть у меня, все, что радость каждого дня, все, о чем тревоги и мечты, это все ты. Все, что в жизни есть у меня, все, что радость каждого дня, все, что я зову своей судьбой, связано. Я не знаю.
Сердце моего детей.